Здравствуйте, дорогой дачник. Сегодня у нас 7 сентября 2017 года. Ну и вот у нас из трех вот этих делянок осталась одна делянка с картошкой, сорт с народным названием киви, рос под хвойным опадом. Вот смотрите, здесь ну, тоже кто-то копает там, ну, я не знаю, может быть, дрозды, может быть, соседские кошки, не знаю. Вот, смотрите, короче, видите, все перекопано, все перекопано. А вот у нас бегают динозавры, смотрите, вот он маленький динозаврик, вон он побежал, да. Они у нас, ну, считайте, ручные. Хотя им, ну, как заявляют ученые, уже более, наверное, 2 или 4 миллионов лет. Однако они выжили. А вот к нам прилетела бабочка. Это называется павлиний глаз. У нас сегодня вроде бы ливня нету. Вот. Я приехал, ну, здесь кое-что пособрать. Ну, конечно, наверное, вчера здесь был ураганчик, много яблок попадало. Вот. Ну ладно, давайте сейчас я вытащу картошку и положу ее вот на мульчу, и потом вам на фото покажу.